тяжелый перелом ноги. Это значит, что после операции предстоит еще длительное пребывание в постели. В конечности, скованной гипсом, кость срастается многие месяцы. Сократить срок лечения призвана операция, разработанная профессором Владимиром Павловичем Охотским и кандидатом медицинских наук Аветисом Григорьевичем Суваляном. Среди использованных ими новинок самое главное – пустотелое гибкое сверло. Теперь во время операции нож хирурга не затрагивает область перелома. Операция делается поодаль, и оттуда в кость вводится эластичный металлический пруток – штифт. Затем по нему направляют сверло, готовящее место для более массивного стального стержня. И вот прочный металлический штифт надежно соединяет кость. Вся операция проводится под контролем телевизионного рентгеновского аппарата. Гипсовой брони не нужно. Спустя 2 недели на ногу уже можно понемногу опираться. Это ускоряет срастание кости. Скоро пора домой, а еще 2 месяца и возвращение на работу. Так теперь лечат в научно-исследовательском институте имени Склифосовского в Москве.